Простой и невероятно вкусный завтрак за считанные минуты. Трубочки, которые любят дети. А еще они могут стать потрясающим десертом. Привет, друзья! Меня зовут Людмила, и вы смотрите мой кулинарный канал «Вкусный рецепт». Сегодня, друзья, предлагаю приготовить вместе со мной вкусный и простой завтрак, который готовится за считанные минуты. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Будем готовить вместе! Берем тостовый хлеб. Нам понадобится 10 кусочков. Обрезаем корочку со всех сторон. Обожаю такой завтрак, друзья, потому что тратим на его приготовление несколько минут, а получаем максимум удовольствия. Да и продукты очень простые и доступны. Я уверена, что они найдутся у каждой хозяйки. Для начинки возьмем мандарины, чистим их и убираем все лишнее. Старайтесь выбирать мандарины маленькие. Теперь банан также чистим. Разрезаем пополам и нарезаем на вот такие пластины. На каждый кусочек хлеба выкладываем творог 3-4 чайные ложечки. Творог я взяла с добавлением изюма и кураги. На мой взгляд, это будет даже вкуснее и лучше. На один кусочек хлеба я выкладываю дольки бананов. И аккуратно скручиваем в рулет. На другой кусочек выкладываем дольки мандарина и также скручиваем в рулет. Два яйца взбиваем венчиком пару минут. Добавляем молоко, еще немножко взбиваем и готово. Сковородку смазываем сливочным маслом. Обмакиваем каждую трубочку в яйцо и отправляем на сковородку. Жарим со всех сторон до золотистой корочки. Уже готовые трубочки выкладываем на салфетку. Как вариант, можно обжарить и на растительном масле. Теперь берем сахар 3-4 столовые ложки. Сюда добавляем корицу. Перемешиваем до однородности. И теперь еще горячие трубочки обсыпаем сахаром. Вы только посмотрите, какие получились аппетитные ароматные трубочки с нежнейшей творожной начинкой. Подавать такие трубочки можно сметаной или вареньем. Ждать, пока остынут, никаких сил нет. Так что быстрее заваривайте чай и зовите всех к столу. Я уверена, друзья, что такой завтрак вам понравится 100%. И детки от такого завтрака в восторге. Я желаю вам приятного аппетита, как всегда, хорошего настроения. До новых встреч! Скоро увидимся! Пока-пока!